15 гадоў таму 14 жніўня у Гомелі вось з гэтай студыі на Пушкіна 8 выйшла ў эфір першая рэгіянальная музычна-забаўляльная радыёстанцыя «Экспрэс». Яна вызначалася асаблівай душэўнасцю і інтэрактыўнасцю і была настолькі папулярнай, што мела нават свой фан-клуб. Вообще подстраивались под слушательскую аудиторию, под то, что ей интересно, и музыка была соответствующая. Вообще музыка была разная, разнообразная, я бы так ее назвала. Но слушатели нас очень любили, действительно был очень большой фан-клуб, и приезжали к нам даже сюда, на Пушкина 8, привозили нам подарки и еду. Вот запомнила я почему-то этот момент, было очень много таких народных акций. Прикладно про 7 годов команда «Экспресса» отшула необходимость коренных змен. Новому часу потребно было іншае радыё. І 1 кастрычніка 2008-га радыёстанцыя з'явілася на ранейшай хвалі 101.3 пад брэндам Гомель FM. Добры дзень. Здравствуйте. Яна стала больш моднай і дынамічнай з вызначаным фарматам і поглядам на жыццё. Такой яна застаецца і зараз. 15 лет сегодня исполняется радиостанции Гомель FM. Отмечаем эту серьезную, на мой взгляд, дату. Воскресенье, 14 августа. Вместе обсуждаем, вместе вспоминаем, как все начиналось. Вспоминаем самые курьезные случаи здесь и сейчас. У 2012-м великий опыт и постоянный творческий пошук дозволили добро зладженному коллективу ажыццявіць новый проект. На уже існуючай базе выросла радио Гомель Плюс. И оно, до речи, у многим подобно на колишний экспресс. Гэта станция для тех, кто добро памятает песни 90-х и нулявых, для тех, кому важная душевность и интерактивность. Прошло 15 лет, и мы можем уже, оглядываясь назад, смотреть вперед. Получается как? У нас есть радиостанция Гомель FM, радиостанция Гомель Плюс. Аудитория может нас свободно слушать в интернете, свободно слушать в эфире. И теперь мы работаем на ту динамичную аудиторию, которой интересно узнать новости региона, популярные тенденции, услышать интеллектуальных разноплановых ведущих и получить удовольствие от самого эфира. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».